В 35 Наталья Водянова – мама пятерых детей – Лукаса, Невы, Виктора, Максима и Романа. Ромашку, как называют малыша дома, она родила прошлым летом, а спустя месяц появилась в коротком платье. Отец младших детей Натальи и ее возлюбленный Антуан Арно. Недавно Наталья опубликовала фотографию их подросшего сына Максима. Антуан пошутил: «Надеюсь, что малыш унаследует внешность мамы и чувство юмора папы. Пожалуйста, пусть будет не наоборот». У Натальи с чувством юмора тоже все в порядке. Со старшим сыном Лукасом хохочет в парке аттракционов. Трудно представить, но Лукасу уже 15. Как любой подросток, раньше был неравнодушен к вредной еде. Но Наталья с этим справилась. «Мой сын наел щеки. Я сказала ему: ты не можешь просто так продолжать объедаться и наблюдать, как у тебя растет живот». «Я сейчас все съем». Кроме блинов, Наталья любит еще и булочки с шоколадом, но ест их раз в неделю в субботу. Чтобы оставаться в форме, Наталья занимается пилатесом и йогой, но в меру. «Меня слегка беспокоит, что быстро получаешь мощные руки и плечи. Всем это нравится, но я этого терпеть не могу. Однажды я проснулась и поняла: мне нужны танцы». Партнером по танцам всегда готов выступить Антонио Бандерас. Вместе они занимаются благотворительностью. Фонд Натальи «Обнаженные сердца» помогает детям с особенностями развития. Она знает об этом почти все. У родной сестры Натальи Оксаны – аутизм. Накануне дня рождения Наталья Водянова организовала благотворительную ярмарку. Как она успела так много к 35 годам? Так ведь и начала работать именинница больше 20 лет назад.